Всем доброго здоровечка. Вот сейчас у меня на кухне лежит 6 слишком килограмм яблок. Это яблоки, которые в принципе и в теории должны были сгнить, так как завтра, там послезавтра мы ожидаем у нас на территории морозы небольшие, там 5-6 градусов. Эти яблоки лежали, это падалица. Я поехал поехал в сад. Насобирал этой падалицы, то есть яблоки, которые упали, спелые, отличные яблоки. И я из них хочу сделать яблочный уксус. И хочу поделиться с этим как бы рецептом и способом с вами. И хочу, если кто будет иметь желание, делать это вместе с вами. Итак, нужно для приготовления одной порции яблочного уксуса, нужно 3 килограмма яблок. Но так как я хочу два варианта сделать, две вариации, поэтому у меня 6. Даже 6 с небольшим. Итак, берутся яблоки. Яблоки я режу, складываю в блендер. Если у вас нету блендера, можете использовать мясорубку. То есть пропускать такие вот кусочки через мясорубку. Можно использовать обычную терку, натереть яблоки на терке. Мытые, не чищенные. Я вот даже бросаю сюда некоторые, которых в середине все нормально, вместе с семенами и с огрызком. Получается вот такая вот масса. Сюда я добавил 0,5 литра воды. На 3 килограмма яблок я добавил 0,5 литра обычной холодной воды. И сюда нужно добавить 6 столовых ложек сахара. Всю яблочную смесь я разложил в баночки. Кстати, очень важный момент. Вот банки не нужно наполнять полностью. Я их наполнил там на чуть-чуть больше половины. Потому что дальше масса начнет бродить, и она у вас начнет переливаться через верх. Остаток я выложил в 1,5-литровую банку. Все это нужно сверху закрыть марлей, чтобы смесь внутри дышала, потому что там будут работать дикие дрожжи. Ну, завязать ниточкой или резинкой притянуть и оставить все это на 2 месяца. Поставив темное, теплое место. В принципе, вы можете проделывать всю процедуру вместе со мной. То есть вы, посмотрев это видео, тоже натрите яблок, добавьте туда сахара, разложите в банки и поставьте в темное место. И будем вместе смотреть, что у нас получится. Раньше я никогда уксус не делал, это первый раз. Поэтому, как бы, возможно, я что-то ошибаюсь, но, в принципе, думаю, что я делаю все правильно. И еще один момент. Я сделал еще один эксперимент. Я не могу без экспериментов. Вот это все то же самое, только без добавления сахара. То есть просто яблоки натертые, добавил воды. Хочу посмотреть, будет ли большая разница между уксусом с добавлением сахара и уксусом просто на тертых яблоках. В принципе, первая часть готова. Увидимся через 2 месяца.